Во Владикавказе закончилось время 2-2, и по пенальти Ротор выиграл 4-2 во Владикавказе в полуфинале. И дошел до финала, где вот 7-8, к сожалению, уступил московским динамовцам. Помню я этот матч сразу после экзамена по английскому языку в институте педагогическом. Мы бросились на вокзал, и целый вагон от института в составе поезда отправился. Итак, команды сейчас подходят к центру поля. Трибуны скандируют челленцев. Судя по всему, первыми будут исполнять пенальти москвичи. К мячу подходит железнодорожник Кайседо. Филиппе Кайседо, номер 25, против Дениса Пчелинцева, номер 16. Браво, Пчелинцев! По центру пробил Филиппе. Пчелинцев вроде бы прыгнул влево от себя угол, но рукой отбил пенальти. К радости тысяч волгоградских болельщиков, которые на стадионе, и тысяч болельщиков, которые сейчас наблюдают нашу трансляцию в интернете. Александр Ставпец подходит к мячу. Ставпец против Крешича. Гол! Мяч от перекладины залетает в ворота. Один ноль впереди Ротор. Роман Павлюченко, номер 9, против Дениса Пчелинцева, номер 16. Один один. Павлюченко точен. Под перекладину вправо от Пчелинцева угол. 1-1. Вот Павлюченко и Ротору забил. Роман Войдель. 20-й номер. Капитан команды. В этом, как и в предыдущем матче. Войдель против Роман Войдель против Дарио Крышича. И здесь голкипер Локомотива парирует удар. 1-1. Да, второй пенальти не забивает Войдель. Тогда в матче с Уфой он пробил выше ворот. Ну и сейчас по одному мячу команды забили, по разу промахнулись. Так, это у нас, по-моему, 27-й номер, Магомед Аздоев. Есть! Пчелинцев, браво! Вот это да! Айда Бартес! Айда Мерфи! Молодец, Пчелинцев! Второй пенальти парирует. Ну, у вас может возникнуть вопрос, почему Мерфи? Ну, если Бартезом все зовут Пчелинцева, то Мерфи... Знаете, фильм такой «Робокоп»? Ну, есть какое-то сходство с главным героем фильма у Пчелинцева. Кабутов! Дмитрий Кабутов у мяча против Дарио Крешича. Гол! Дмитрий Кабутов забивает второй мяч.
2-1. Да, Пчелинцев сегодня, конечно, на высоте. Так, кто у нас? Бурлак. Пятый номер. Тарас Бурлак против Дениса Пчелинцева. Ах ты! 2-2. Петр Тен сейчас будет исполнять пенальти. Четыре пенальти исполнили футболисты Локомотива, три футболиста Ротора, и сейчас Петр Тен, номер 14, против Дарио Крешича, номер 22. Да, здесь, конечно, столько нервов. Внимание. Гол! Петр Тен, 3-2! Пятый пенальти. Роман Шишкин, номер 49, против Дениса Пчелинцева, номер 16. Ага, обманул, исполнил. Хорошо исполнил Роман Шишкин, но, несмотря на молодость, опытный, уже достаточный игрок. 3-3. И самый опытный игрок волгоградского Ротора Александр Малыгин. Против Дарио Крешича. Ротор в 1/8 финала розыгрыша Кубка России. Да, вот это да. Вот это да. Наша съемочная группа, конечно же, тут очень сильно радуется. Я думаю, что болельщики московского Локомотива нас понимают. Ну, может быть, Ротору эта победа сегодня была нужнее. Браво, браво, волгоградцы. Браво, Денис Пчелинцев! Браво все! Все без исключения! Браво, тренерский штаб! Браво, все службы Ротора! Я думаю, мы еще минуту-другую побудем в эфире. Я думаю, что наши зрители должны видеть это ликование трибун центрального стадиона. Футболисты московского Локомотива подходят к своим болельщикам, благодарят их за поддержку. Думаем, тоже было не безинтересно. Никто не ушел с трибун центрального стадиона. Все футболисты Ротора сейчас, после того, как подбежали к трибунам,